И здравствуйте, мои дорогие ребята! Потрясающая погода, идет дождь, и вопрос сегодня, который к нам прилетел, не может быть более подходящим. Алексей, где найти силу воли, чтобы начать заниматься собой и перестать есть сладкое? Каждый раз, когда хочу изменить себя, срываюсь, не успев начать работу. Сегодня мы с вами поговорим именно об этой теме. Ребята, поехали! Почему мы с вами срываемся? Это фундаментальный вопрос, на который сейчас я постараюсь дать ответ в первую очередь самому себе, потому что сам срывался сотни раз на том пути, который я проходил. Когда я думал, что завтра я обязательно начну чисто питаться, тренироваться, заниматься собой, и сегодня появляется какой-то стресс, сегодня ты отвлекаешься на какие-то моменты, сегодня вышла новая серия сериала, и ты такой: ай, да ладно, завтра мы с вами обязательно начнем, но сегодня, значит, где мой пончик, где моя... Иди сюда. Сейчас все будет. И ты включаешь 45 минут удовольствия, кайфа, а затем на ночь начинаешь снова корить себя и винить себя. Ребята, вот это же со всеми происходит, правильно? Или когда ты с кем-то поругаешься, стресс на работе, дома, кот написал тебе ботинок, у тебя всегда происходит какой-то стресс, какой-то отвлекающий, раздражающий фактор, который сбивает тебя. И когда ты находишься в самом начале пути, когда ты смотришь в зеркало и ты понимаешь, какое количество работы тебе предстоит, ты на самом деле решаешь, что, наверное, завтра, потому что ты не чувствуешь любовь к себе. Очень важно, безумно важно полюбить себя таким, какой ты есть сейчас. Такая, какая вы есть сейчас. Потому что любовь к себе, наполняющую душу, наполняющая страстью к усовершенствованию каждый день, будет являться главным ключом. Понимаете, когда вы позволяете окружающим диктовать свои условия, когда вы позволяете друзьям, рабочим, коллегам, кому-то вмешиваться в вашу ежедневную рутину, вы будете однозначно срываться. В первую очередь, к чему я хочу обратиться, это к вашему чувству безусловной любви к себе. Не важно, сколько килограмм, не важно, где вы находитесь, важно это любить и инвестировать. Бесконечно трудиться и иметь тот самый азарт, который ежедневно будет создавать накопительный эффект. Каждый день, когда вы не съели пончик, каждый день, когда вышел ваш сериал любимый, посмотрите его, но выпейте с ним зеленого чая. Если вы в каком-то конфликте, если у вас на работе стресс, вы всегда можете начать медитировать для того, чтобы стало легче, не заедать эти стрессы. Стрессы и жизнь будут происходить до вашего последнего вздоха. Если вы будете ждать подходящий момент, это никогда не произойдет. Я, как человек, который жрал печенье ночами над раковиной и имел расстройство пищевого поведения глубочайшей стадии, могу вам сказать, что я ждал какого-то промежутка времени, который однозначно должен наступить вот завтра, на следующей неделе. Вот точно у меня будет время заняться собой, но время заняться собой сейчас. Время заняться собой уже сегодня, вот прямо в этот момент, когда вы смотрите это видео, вы знаете, а каждый из вас знает, что нужно убрать из своей диеты, что раскладывает вас просто на молекулы, когда вы задумываетесь о том, какие ошибки вы совершаете в своей жизни. Каждый знает о своих ошибках, каждый знает о том, что нужно убрать. Пускай это не будет сладко, пускай мы с вами будем говорить о отношениях, о работе, о труде над своим телом. Ребята, каждый знает, что нужно убрать для того, чтобы развиваться. Мы с вами были созданы для того, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя. И каждый раз, когда вы отвлекаетесь на что-то, каждый раз, когда вас кто-то сбивает, каждый раз, когда вот человек пишет и говорит: Алексей, я поднимаю, только начинаю, и меня сбивают, меня подрезают, кто-то мне мешает. Это в первую очередь говорит о том, что мы с вами пускаем слишком много внешнего шума. То, что происходит внутри нас, то, что происходит в нашей душе и сердце, это только наших рук дело. Я знаю, куда я двигаюсь, я знаю, как я двигаюсь, я знаю, что мне нужно исключить, и даже если мне придется исключить тех друзей, приятелей, коллег, кто разлагает меня, кто мешает мне достигнуть поставленной цели и чувствовать себя полноценным. Ребята, от этого нужно отказываться. Я понимаю, что не совсем удобно. Я понимаю, что зона комфорта – это то место, в котором мы все безумно любим. Я сам в нем находился. Я вам сейчас покажу, вот здесь где-то фотография сейчас появится. Посмотрите, какой пухляш, красавец, просто молодец. Человек, который был в зоне комфорта, который был с теми людьми, с которыми было классно выпить, покурить, с кем можно было расслабиться, с кем можно было провести время. И ты думаешь, это же мои друзья. Я ради этого готов на многое. Но когда по прошествию лет и этой глобальной инвестиции и работы ты понимаешь, как ты можешь измениться, ты понимаешь, что то место, в котором ты находился, не совсем для тебя было подходящим. Пожалуйста, превратите каждый день в инвестицию, отодвигайтесь от того, что разлагает вас. Вы сегодня сорвались. Прекрасно. Вы можете сорваться через месяц. Главное, что
что вы человек. Вы должны понимать, что мы не роботы, мы не киборги. Если бы мы были киборгами, мы бы изначально не оказались в состоянии расстройства пищевого поведения и ночью жрать наше печенье в драках. Мы имеем право на ошибку. Мы имеем право на то, чтобы научиться на этой ошибке и не повторить ее. И это делает вас человеком. Это делает вас лучшей версией себя завтра. Пожалуйста. Сорвитесь сегодня, получите те знания, которые вы получили, почему это произошло. Научитесь на своих ошибках и растите. Отказывайтесь от тех, кто вас сбивает. Не давайте внешнему шуму отвлекать вас от вашей поставленной задачи, и вы не узнаете себя через месяц, через год, а через 5 лет с вас будут брать пример. Спасибо вам огромное за потрясающий вопрос. Мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Если у вас будет такая возможность, делитесь этим видео. Нажимайте вот там внизу где-то кнопочку подписаться, лайк этому видео. И мы с вами будем продолжать развиваться каждый день, становиться лучшей версией себя вместе. Пока! Ребята, дорогие мои, от всего сердца приглашаю вас, присоединяйтесь к моему мощнейшему проекту ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон? Это невероятный 21-дневный проект, в котором мы работаем над своим здоровьем, долголетием, избавляемся от лишних килограмм, мотивируемся, учимся готовить и тренируемся, все вместе. Общение и мотивация – это главная наша цель. Смело и уверенно раскликивайте описание этого видео, и там вы найдете инструкции, как присоединиться к нашим рядам. Спасибо!